Всем нам интересно, каким будет будущее, в котором предстоит жить нашим детям и внукам. И вот каким его видит американский профессор Мичио Каку. Согласно его гипотезе, уже к 2030 году в мире появится новый тип контактных линз, с помощью которых можно будет выходить в интернет. Над прототипом такого устройства уже работают в университете Вашингтона. В свободной продаже будут различные запчасти для человеческого организма. Ведь уже сегодня новейшие биотехнологии позволяют ученым без особых проблем выращивать в лабораторных условиях новые хрящи, носы, уши, кровеносные сосуды, сердечные клапаны, мочевые пузыри и тому подобное. Поговаривают, что лет так через 20 общество освоит возможность телепатического общения. Ведь уже на сегодняшний день ученые научились вживлять в мозг парализованным людям специальные микросхемы, с помощью которых они могут управлять компьютерами, писать электронные письма, играть в видеоигры и пользоваться веб-браузерами. А инженеры из японской компании Honda умеют создавать роботов, которые управляются силой мысли. Ну а еще к 2070 году ученые планируют вернуть к жизни многих представителей фауны. Вон уже и геном неандертальца расшифрован, а в научных кругах всерьез поговаривают о возможном возрождении этого вида человека. Только вот зачем это нужно, пока непонятно. Наверное, чтоб было. Но вот что вне всяких сомнений заинтересует всех, так это то, что ученые будут развивать технологии, замедляющие старение. Ведь уже сегодня современное общество буквально помешалось на всевозможных омолаживающих процедурах. Соответствующие эксперименты уже проводят на насекомых и некоторых животных. Но самое интересное, что к 2100 году в мире появятся технологии программируемой материи. Все помнят робота-убийцу из «Терминатора 2». Вот это примерно то, о чем идет речь. В мире появятся материалы, форму которых смогут программировать компьютер. Уже созданы микрочипы размером с булавочную головку, которые без проблем могут перегруппировываться под воздействием электрических разрядов. Они могут принимать то форму листа бумаги, то чашки, то тарелки. Помимо вышеперечисленного, большого прогресса достигнут и космические технологии. Уже через 100 лет наши потомки смогут летать к звездам на космических кораблях. А начнется все с микрокомпьютеров, которые будут размером с ноготь. Их можно будет миллионами рассылать по всему космосу. Перемещаясь в пространстве со скоростью близкой к скорости света, они будут искать внеземной разум и передавать ему послания от землян. Затем к колонизации звездных миров приступят люди. Также примерно через 100 лет человечество окончательно победит рак. Причем опять же с помощью специальных нанокомпьютеров-чистильщиков, которые будут запускать в организм для его очистки от раковых клеток. Ну что же, достаточно оптимистичная картина.